День четвертый. Дьявол искушает Иисуса. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Исполненный Духа Святого, возвратился он от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем дьяволом и ничего не ел в эти дни и напоследок взалкал. Сказал ему дьявол: «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Написано: «Не хлебом единым будет жить человек, но словом Божиим». Возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, все будет твое». Написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его дьявол в Иерусалим и поставил его на крыле храма. «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Написано: «Не искушай Господа Бога твоего». Какие есть три вида искушений? Как Иисус реагировал на каждое искушение? Каким искушением подвергаюсь я? Как я реагирую?